Три дня велась информационная работа посетившими Николаевск представителями правительства. Напомним, это Петр Владимирович Перевезенцев, уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае, он же первый секретарь Хабаровского краевого отделения КПРФ, и депутат Государственной Думы Алексей Викторович Корниенко. Ну, закончился проезд. Какие у вас впечатления в нашем городе, в наших людях? Ну, завершились три рабочих дня моего пребывания в Николаевске-на-Амуре. Скажу так, что мне очень понравилась поездка. Во-первых, это была ознакомительная, прежде всего, с работой системы образования города Николаевска-на-Амуре и Николаевского района Хабаровского края. Мы увидели достаточно интересные методики по обучению детей в современной школе, при том увидели активную молодежь, их различные проблемы нашего общества, активную гражданскую позицию, поражающую современной России. И это очень радует. Увидели в том числе работу коррекционных школ, значит, и работу с детьми, обучающихся в этих школах, качество подготовки. Поговорили с педагогическим коллективом, в том числе встреча прошла у нас и с жителями Николаевска-на-Амуре, которые рассказали о проблемах, с которыми они сталкиваются. Первое, это проблема системы здравоохранения, вопросы экологии, транспорта, недоступности. И с другой стороны, все эти вопросы, которые были заданы, Представители правительства покинули Николаевск вечерним бортом «Аврора», увозя с собой вопросы населения, которые в ближайшее время начнут решаться.